Всем привет! Вы на канале Спортивный Дед. Иногда буду делать рубрику «Полезные вещи», как в быту, так и в спорте. Одно время я хотел найти такой так называемый тренажер, массажер для спины. Я увидел у спортсменов, у кроссфитеров, у тяжелоатлетов такой тренажер для массажа мышц и суставов. И знаете, попытался найти в различных спортивных магазинах его, никак не мог найти. И в одном месте только нашел, но баснословная сумма была просто за этот тренажер. За какой-то валик вот такого вида, да, с пупырышками или там с какими-то выпуклостями. И стоил он 2 с лишним тысячи рублей. Представляете, 2 с лишним тысячи рублей, ну как бы простой тренажер, который я подумал, что я сделаю его сам. Русский народ находчивый и придумал, что для этого нам потребуется. Я купил для сантехники, это у нас получается труба. Но для наружного применения, так как вот этот цвет коричневый, он намного толще, чем серый. Вот из такой трубы метровой у меня получится 2 тренажера. Один домой я сделаю, один на работу. Это мягкий поролон, сверху который одевается на него второй. Клей-момент. Пилки по металлу. И на это все у меня ушло примерно, вот видите, какая сумма получается, то, что я затратил в магазине. И то, что получится у меня. И покажу, как я буду его делать. Смотрите. Для этого мы возьмем метр, отмерим 2 одинаковые части и отпилим их. Ну что, друзья, вот такие 2 штучки у меня получились. Я примерно по 50 сантиметров они. Следующие действия мои. У меня есть черный резиновый коврик старый. Его я нарежу полосочками. Со старого ненужного коврика мы делаем полоски. Отмечаем по сантиметру. Чертим полосу и нарезаем полоски. Друзья, не заморачивайтесь, если у вас где-то кривизна будет. Ничего страшного, мы же делаем не для красоты, а по назначению. Нарезал я полоски от старого коврика. Сейчас мы просто делаем, мажем их клеем моментом. И клеим на поверхность. Вот таким образом мы клеим полоски, делаем между ними расстояние, чтобы получилось, ну, примерно, я так думаю, что вот полоска и расстояние такое же между ними. Вот так вот. Ну вот, друзья, посмотрите, что у меня получилось. Он еще крутить я его не буду, так как он еще только прикрепил. У меня получилось 11 таких полосок. Вот такой вот тренажер. Тренажер-массажер. Он подсохнет, я так думаю, что или сегодня вечером, или завтра утром, на следующий день. Я продолжу видео, покажу вам, что из этого получилось и как его использовать.
Смотрите дальше. А это уже на следующий день, после того, как я приклеил. Я сделал разного вида, просто с полосками и промежутками, да, и вот такими вот квадратиками. Какой-то один из них я посмотрю, протестирую, какой лучше, оставлю дома, а другой возьму с собой на работу. Ну, на этом не заканчивается. Теперь вот такая мягкая губка. Мы сейчас разрезаем ее пополам и одеваем на наш массажный валик, чтобы вот эти грани, которые острые, не чувствовать спиной. Ну, получилось вот что у меня. Надели мы мягкий поролон. А вообще я покажу, для чего массажер валик вообще нужен. Если у вас больная спина, низ спины, например, где-то вы что-то потянули, чувствуете какой-то дискомфорт. Осторожно садитесь на него, потом продолжаете вот и таким методом прокатываете поясницу. О, прям хорошо проминает. Как массаж жесткий. О, если опять же верх спины, то же самое, только катаете по верху спины. Массаж. О, массаж мышц просто жестковатый такой. О, зато разбивает. О, все шишки, все узлы. О. Это был валик, которые кубиками по всей длине хаотично размещены. Сейчас покажу, который полосочками был. Валик полосочками покажу. Вот если те, кто бегает, качает ноги, вот такого плана покажу, как им пользоваться. Ложитесь также на этот валик и прокатываете руками. Прокатывайте вперед, где у вас мышцы нужно размять, назад. Вес тела давит на этот валик, поэтому это он не легкий показывается. Он не, это не мышцам достаточно сильно такая массированная нагрузка. Ну вот, ребятки и девчатки, я показал, для чего эти штуки я сделал. Глядишь, кому-то понадобится. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем счастливо. С вами был Спортивный Дед. Всем пока.